every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Всем привет! Дубль 2, мы уже тут перезаписывали, у нас, короче, Шалман вокзал. В общем, смотрите, на Глебе, значит, джемпер, который я ему связала, он уже у нас высох. В общем, вот такой вот красавчик. Вот такой красавчик. И Глеб, и джемпер, в общем, все красиво. Вот, вот, вот. Я удлиняла спинку, потому что Глеб у нас немножечко это кривоспинный товарищ. Вот, и получается, как раз-таки оно не уезжает сюда, и при этом здесь нету никакого, и вот эта вот часть не уезжает наверх. Так что, в общем, все красиво. Сейчас у нас включится газонокосилка, скорее всего, так что не обращайте внимания. В общем, вот такая вот красота. Хорошо, извините, можно вашу руку? Вот так, хорошо раскрылась пряжа, появился пушочек, но у нее еще есть потенциал. Так что, короче, пишите в комментариях, как вам. Брат мой, вот, красавчик, супер. Вот, и джемпер. Ну, мне кажется, супер классика. Товарищ, ты доволен? Да. Ну, расскажи нам, как тебе? Очень хорошо. Потрясающе. Хотел, то и получил. Вот. Под брючки, под туфли. То, что нужно. Под брючки, под туфли. Замечательно. А на что ты будешь носить? На майку или на рубашку? Да и на майку, и на рубашку можно надеть. Ага. Ясно. ну, спасибо большое. Журнал «Альпаковый пушок» заканчивает свою работу. Очень, короче, 100% ягненок. Тебе колется? Нет. Ну, я на майку надел. Но в руки они колятся. Вот рука без майки, без рубашки не колется ничего. Ну вот. Так что все. Берите на заметку. Реально огоньская пряжа. Вот такая красота. Все. Спасибо. Всем спасибо. Все свободны. Приветики вам, ребята. Смотрите, я к вам с новинкой заказала на Wildberries новиночку от Гильтек. Значит, это солнцезащитный стик для лица. Наконец-то выпустили именно стик. Значит, есть SPF просто крем, есть эмульсия, есть что-то еще. Вот, а это вот в рамках... формате, точнее, стика, то есть это для обновления, ну, кто-то использует полноценно, да, в как SPF, вот, он подходит, но я никогда не могу проконтролировать, сколько я наношу на лицо, поэтому стик у меня это на обновление, так сказать, это, материала. Вот такой вот стик, он как, ну, как дезик получается, да, вот, здесь вы крутите и таким образом возюкаете по лицу. Вот, значит, я вот только-только забрала, еще пока не пользовалась, потому что она на самом-то деле вышла что-то типа неделю, что ли, назад. Вот, я сразу же ее заказала у Гильтек. Есть такая штука, что если вы заказываете, по-моему, в первый день запуска, то там хорошая цена. Вот, ну вот мы с мамой будем тестировать, так как я здесь у родителей. Мама у меня тоже любит все SPF-чики, поэтому, в общем, будем тестировать. Так что обратите внимание, здесь на самом деле хорошие фильтры, вот, и он тоненько наносится, да, и его можно поверх макияжа обновлять, если вы где-то на море. Ну, допустим, если вдруг вы краситесь, если вы в городе, да, вам надо срочно обновиться, чтобы пальцами не пэцкать. Вот, короче, такая классная штука, и он маленький, он 17,5 грамм, его можно спокойно засунуть в сумочку, в портфель, и он не будет занимать много места. Вот, но это очень полезная штука, на самом-то деле... Видите, SPF 50+, вот, здесь куча этих, как она называется, защит, да, от лучей, которые непосредственно, да, там и пигментацию нам, и все-все-все, и фотостарение, и какие-то новообразования и так далее, вот, и здесь еще, на самом-то деле, не просто SPF, да, еще и уходовые моменты, центелла азиатская, артишок, черная смородина, да, для того, чтобы не пересыхала кожа, вот, поэтому, короче, буду тестировать, обязательно вам расскажу. Давайте оставлю ссылку на Wildberries, где я брала. Вот, была хорошая цена, сейчас не знаю. Но, в общем, вот такая вот новинка, чтобы вы знали, что тоже, что тоже теперь и у Гильтека есть солнцезащитный стик. Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня четверг.
В общем, сегодня 11 июля, день моего дня рождения. Мы пришли купаться быстренько, быстренько, пока нет сильной работы. В общем, сегодня полноценный рабочий день. Но я считаю, что, в общем, все отлично. Можно и покупаться, можно и потусоваться, можно все-все-все поделать. В общем, привет, мои 33. Я на самом деле счастливый человек. Я считаю, что у меня просто все шикарно складывается в этой жизни. Конечно же, не без своих усилий, не без усилий моих близких, но тем не менее. Вот, поэтому красота вот в таком красивом, красивом месте, в березках. В общем, отмечаю свой день рождения. Целый день рабочий, и потом вечером пойдем в кафе. Смотрите, какая красота ко мне пришла. В общем, Лена просто мне сделала королевский подарок. Сейчас будем открывать, сейчас я вам все покажу, потому что штатив у меня остался в комнате, а там сын засыпает с бабушкой, поэтому буду вам снимать с руки. Сейчас я давайте открою и вам подключусь и расскажу. Короче, смотрите, это просто вообще какое-то роскошество невероятное. Значит, вот такая вот бобинка. Это получается... тут, подождите, сейчас, если получится. В общем, короче, это люрикс, насколько я помню. Он вот такой вот интересный, вот такой необычный, типа как голографик называется, лиловый лес. Но он, правда, очень-очень красивый. Все тут переливается, все тут сверкает. Даже фокус не хочет сильно его фокусировать. Вот здесь вот артикул, если вдруг вам надо. В общем, Лена мне, короче, подсобила вот такую вот классную, значит, бобину. И вот такие вот, это две одинаковые. Значит, это вот такая вот шикарная вообще красота, невероятный цвет, просто роскошный такой, знаете, свекольный. Красивый, насыщенный свекольный цвет, очень такой благородный, дорогой цвет. Значит, это милифили Клау, наверное, Бажале называется, 90 меринос экстрафайн, 10 кашемир, 500 грамм, значит, здесь у меня, метраж 750 метров на 100 грамм, это Skywool магазин, если вдруг вы не в курсе, тоже могу рекомендовать этот магазин, очень хороший у меня, килограмм такой пряжи, это вообще, конечно, можно обалдеть, если честно, я когда увидела, я Лене пишу: Лена, ты что, обалдела, что ли? Лена говорит: ну, у тебя же день рождения, что ты... В общем, вот такая вот классная ниточка, очень красивый цвет, и она уже мягкая, она хоть и в пропитке, но она уже мягкая, в две нитки, да, можно вязать вот с двух бобин, мне кажется, получится какой-то невероятно сногсшибательный, вот так, наверное, даже лучше будет цвет передаваться, какой-то невероятно сногсшибательный свитер, большой, все как я люблю, уютный, чтобы в него укутываться и это, и греться. Можно вот этот вот подмешать, красавчик, можно без него, можно сделать какие-то вставки, поэтому я буду думать, вязать образцы, и, естественно, потом вас буду держать в курсе. Но я же говорю, что вот пряжа еще до ВТО, она уже мягкая, вот особенно вот здесь вот на этих жопках, конусах, вообще очень-очень мягенькая. Так, значит, и она, видите, вот скрученная получается, то есть это ниточка, как она там, двухнитка, наверное, идет. Сейчас посмотрим, да, из двух ниточек, значит, скручена. Ну, это хорошо, она, в принципе, хорошо будет ложиться, и в две нити тоже будет замечательно. Мне кажется, на четверке можно будет смело вязать, и получится классное полотно. Ой, просто вообще не передать словами. Лена, огромное тебе спасибо, правда. Подарок просто шикарный, во-первых, неожиданно. Я не ожидала, что Лена это самое будет что-то мне заказывать, во-вторых, в таком объеме. Вот, поэтому огромное-огромное спасибо. И я за магазином Skywool я слежу. Они у меня есть в Телеграме. Вот, я периодически там на Wildberries тоже иногда это подслеживаю за ними. Вот, но иногда то цвет заканчивается, потому что очень быстро разбирают. Поэтому если вдруг вы будете, значит, это... ну, пытаться что-то там отслеживать, то смотрите, быстренько, да, реагируйте, потому что сметают просто на раз-два. Вот, так что, короче, вот такие вот дела. Я счастливая, просто счастливая обладатель шикарного подарка. Поэтому, в общем, на такой ноте буду я завершать это заключение. Привет и вам, друзья. Значит, что тут у меня промежуточный отчет по моему пледу. Давайте я вам покажу, потому что, конечно, вязания не сильно много, честно могу сказать, особенно тут в гостях, вот, учитывая и работу, и то, что я не дома, но, тем не менее, все равно, сколько есть, все наше. Короче, вот здесь вот у меня висит маркер, вот, ну, вот это вот на протяжении нескольких дней я вязала, мелкое достаточно вязание, спицы 3,
по-моему, 20-25 или 3,75, что-то я забыла. Давайте посмотрим, если мы сейчас найдем. Нет, наверное, не найдем, как будто бы 3,25, да, как я и говорила. Вот, 3, у меня за окном там сосед косит газон, поэтому прошу прощения, другого времени снять не будет. В общем, 3,25, вот мелкое вязание, но мне нравится, оно хорошо идет, мне нравится, очень получается нежненькое, такое вообще мимимишное, ну и после стирки это все дело выровняется. Вот, я же говорю, что я не буду вязать его сильно прямо большим, но тем не менее, все равно еще как минимум столько же по, я не знаю, раз 5, наверное, надо будет точно провязать. Вот, я связала последний рядочек, и сейчас буду переходить снова на следующий сегмент, у меня этот миксуется, да, между собой. Вот, ну и потом во время стирки это все дело заблокируется, и будет такой, в общем, симпатичный, красивый, нежный пледик для маленького человека. Вот, короче, вот такая вот красота, поэтому вяжу, значит, джемпер ажурный тоже вяжу, он потихоньку продвигается, осталось мне там совсем чуть-чуть и буду уже разделять. Вот, потому что только сяду, начинается, то письмо отправь, то еще что-то, то еще что-то. Вот, значит, воскресенье, в это 14-е 07 будет у нас вязальная встреча в Москве, в магазине «Сижу-вяжу», если вдруг у вас есть возможность, приезжайте, буду вам очень-очень рада. Это город Москва, улица Рождественка, дальше я, честно говоря, не очень помню. В общем, магазин «Сижу-вяжу», загуглить можно. В 12:30 у нас старт, мы начинаем, ну а дальше уже по ситуации. Вот, поэтому, в общем-то, планов много, я решила сразу же на, ну, практически первой неделе сделать все-все-все дела важные, чтобы потом уже в спокойном режиме работать, заниматься своими делами, побыть с семьей, ну, в общем, все как это, как положено. Поэтому вот сейчас есть время, у нас сегодня пятница, вот, я потихонечку, помаленечку повязываю. Вот, ребенок смотрит мультик, я вяжу, родители уехали в магазин. Ну и параллельно еще и работаю. Вот так что, короче, вот такая вот красота. Всем привет, друзья! Ну что, у нас сегодня уже даже утро субботы. В общем, я только, ну как, не только проснулась, но относительно недавно. В общем, у меня во сколько там, в 6:26 ребенок упал с кровати. Я дико испугалась, потому что был грохот, был какой-то шум, гам. Он тоже испугался, он побился. В общем, короче, какой-то кошмар. Вроде уже 6-й год, а все равно пока еще не очень. Хотя мы его и обкладываем, и одеялами, и подушками, и всем-всем-всем. Но, если честно, это мой страшный сон. Просто все его эти падения, какой-то кошмар. Вот, в общем, поэтому я уже достаточно давно не сплю. У нас что-то порядка там ближе к 8, наверное, 7, там что-то 40, что-то такое. Вот, поэтому я решила, пока у меня тут есть минутка, я посидела, повязала. Вот, этот повязала, посмотрела YouTube немножечко, потому что на неделе вообще нет времени, если честно, ни на вязание, ни на YouTube, ни на что. Вот, очень такая, как это, в общем, активная работа на самом-то деле идет, вот, поэтому вообще не до того, если честно, вот только на выходных можно себя это почувствовать. Везуном, смотруном и болтуном. Вот, в общем, что я хотела сказать, что подключилось. Во-первых, ну, это будет финальное подключение, естественно, да, потому что, в принципе, все, что прям по максимуму я могла снимать на неделе из того, что будет интересно, да, и то, что я бы хотела показать, я, конечно же, поснимала. В общем, у нас сегодня будут большие гости в честь день рождения моего папы, меня, и то, что Глеб, мой брат, закончил институт, он сдал все свои экзамены, наконец-то, 1 585 000 штук. Поэтому все, дипломированный врач у нас уже в кармане. Вот сейчас у него он будет рассылать документы, чтобы получить ординатуру, поступить в ординатуру и уже учиться и работать дальше. Вот поэтому мы, конечно, безумно рады за него, потому что, конечно, все непросто, да, совсем непросто. Вот, но он молодец, он очень достойно выдержал все эти испытания, которые ему выпали. Вот, поэтому вообще красавчик. Он у нас будет урологом, ну, предположительно, по крайней мере, то, что он хочет. Слышите, как птички поют? Утро, вообще тишина, красота. Сегодня очень жарко должно быть. Поэтому утром пока что милое дело на улице. Ну, так вот,
Поэтому, короче, мы сегодня решили собрать всех наших родственников. Это в районе 20 человек. Это наша только самая близкая семья. В общем, на наш сабантуй ежегодный, да? Вот, поэтому сейчас все проснутся, мы позавтракаем, и начнется эти чудесные приготовления. Салатики туда-сюда и так далее. В общем, с одной стороны, я в последнее время не очень люблю всякие эти застолья. С другой стороны, когда они редко, они очень, ну, короче, очень ценные на самом-то деле. Вот, значит, по вязанию, да, показать особо мне вам нечего. Я вчера показывала вам плед. Значит, он продвинулся и продвигается хорошо достаточно, ну, насколько это возможно. Вот, джемпер ажурный, вот я сейчас сидела вязала, осталось пару рядов и буду снимать, ну, там, подрезы и всякое-всякое для мастер-класса. Вот, сразу хочу сказать, да, что мастер-класс будет не пупетельный, а он будет именно, ну, не для самых новичков. Я буду рассказывать принцип, да, и показывать на своем изделии, потому что, ну, попетельно это сложно, долго, и даже и не надо, мне кажется, такая простая модель, на базе которой можно будет все остальное вязать, остальными всякими, сюда какая-то птичка вместе со мной болтает, вот, поэтому... Короче, я надеюсь, что скоро будет, потому что мне, по сути, осталось вот снять подрезы, да, объяснить, как, что, чего, и потом с рукавами, и все. И, в принципе, я могу даже не особо довязывать ее до конца, я имею в виду до вниз на камеру, да, потому что самые основные моменты я показала, и можно будет выпускаться, чтобы вы уже тоже могли повязать. Вот, поэтому, в общем, у меня сейчас очень, чего хотела вам рассказать, у меня очень сейчас прикольно идет трансформация внутри, что я больше, естественно, время посвящаю работе, какому-то узнаванию там материалов, законодательства, таможенных каких-то моментов, там перевозки и все остальное. Мне это действительно интересно, потому что очень много что поменялось за время моего отсутствия в логистике, вот, и это, конечно, знаете, вот, кому не хватает шевеления мозгов, чтобы прям слышали, как крутятся извилины, вот это действительно про логистику, вот, поэтому идет трансформация. С одной стороны, конечно, когда я привыкла, что я сама полностью все контролирую, там, не знаю, свое время рассчитываю, все, да, то, конечно, сейчас, когда я не всегда от себя завишу, есть и клиенты, и агенты, и промежуточные какие-то звенья, и все остальное, да, то, конечно же, я начинаю злиться, потому что не все зависит от меня, но, с другой стороны, это, опять же, да, точка роста, что, ну, да, сейчас такой этап, что не все зависит от тебя, но надо быть спокойнее, не надо нервничать, потому что я, не то чтобы я разучилась, но я как будто бы немножечко отвыкла от вот этого вот напряжения, когда там вот эта неделя была какая-то вообще, если честно, очень... сложная, насыщенная, но надеюсь, что все будет окей. Вот, и я и к клиенту ездила на встречу рабочую, и много всяких звонков, общений, всего-всего. В общем, ну, короче, такой очень интересный этап наблюдать за собой, наблюдать за своими изменениями, наблюдать за своими реакциями на то, как я пытаюсь там выходить, да, из всех ситуаций и все остальное. Ну, в общем, короче, очень мне нравится, прям вообще. Вот, конечно, некоторые мне написали, что влоги стали неинтересные, однообразные, там и так далее, ну, как бы из песни слов не выкинешь. Я понимаю сама прекрасно, что у меня не миллион проектов, но, с другой стороны, оно и понятно, да, когда мне вязать ночью, нет, ночью я буду спать, как нормальный человек, потому что с утра мне надо быть в полном, как это сказать, в твердом рассудке, да, когда я четко могу выполнять задачи и понимать, что куда, да, потому что если я не буду спать в угоду влогам, ну, как бы я не считаю, что это нужно, потому что я люблю, вы знаете, да, я люблю вязать то, что я хочу вязать. Вот, а сейчас у меня как раз-таки вот из нужных проектов это пледик для моей подруги, вот, и ажурный джемпер для мастер-класса, так как я вам его обещала, чтобы его не затягивать дальше, ну, потому что в этом просто нет никакого смысла и для меня, и для вас. Вот, все остальное это уже на мое усмотрение, да, как бы очень у многих есть каналы, кто и работает, и там еще какое-то домашнее хозяйство, и огороды, и там четверо детей, и все остальное. Вот, поэтому я надеюсь, что мы с вами поняли, да, если вдруг вам там перестало быть интересным, я ни на кого не обижаюсь, я никого не пытаюсь
есть там, да, как-то удержать и так далее, потому что это не здорово, да, если вам не нравится, не надо мучиться, просто берем и не смотрим, вот и все. Вот, у меня у самой были такие периоды, когда, например, мне кто-то из девочек-блогеров очень нравился, потом, например, менялась сфера деятельности или там, не знаю, человек, опять же, там, выходил на работу или, наоборот, уходил с работы, или там еще там сколько-то детей появлялось, или там, не знаю, там, да, человек увлекался вязанием, потом там резко стал увлекаться, ну, не знаю, там, вышивкой, например, или рисованием. То есть, ну, как бы наши вкусы меняются, и это здорово на самом деле, да, потому что когда там человек 100 лет один и тот же, это, наверное, жутко неинтересно. Вот, поэтому я, естественно, читаю все комментарии, да, но как бы как есть. Вот, мне сейчас очень нравится и очень комфортно. Я понимаю, что этот ритм, вот, допустим, сейчас, да, там мы у родителей, то есть на будних днях я полноценно работаю с 9 до 6, у меня рабочий день, то есть я встаю, завтракаю, включаю компьютер и погнали, да, вот эти все веселые. На обеде я быстренько успеваю добежать до речки, покупаться, позагорать, покушать, не знаю, там что-нибудь там с ребенком, да, иногда ребенка я укладываю во время своего обеда, ну, то есть какие-то такие нюансы. Вот, ну, собственно говоря, и все. И, конечно, когда ты, а вот, допустим, есть у меня, да, с чем сравнить, месяц я работала в офисе с 9 до 6, четко в офисе, час на обед, и вот сейчас удаленка, да, учитывая, что у нас тут шалман вокзал, просто вообще ребенок там, это, родители что-то это, то, все, 5-10, все равно я успеваю гораздо больше и в плане своих каких-то дел, и в плане вообще, да, то есть ты понимаешь, там, допустим, ты там сделал объем работы, там, не знаю, клиент что-то думает, обдумывает, или там согласование каких-то документов, да, и вот тебе надо там как-то отдохнуть, да, и вместо того, чтобы сидеть там, не знаю, просто новости читать, ты там пошел прогулялся, еще что-то сделал, то есть, ну, или вообще какие-то свои там дела, да, там, покушать приготовил, пока там одной рукой разговариваешь, второй рукой там что-то подписываешь документы, еще и там и суп варишь, ну, короче, в общем, удаленка – это действительно хорошее дело, может быть, не на постоянке, но прям хорошо. Вот. А значит, мне тут еще несколько вопросиков поступило. Давайте я быстренько отвечу, и на этом мы будем с вами, наверное, завершаться. Значит, первый вопрос. Я вам как-то рассказывала про витаминки БАДы, значит, который у меня был витамин D, А, Е и что там еще? И забыла, что-то еще было. А, и Омега. Вот, это бренд Wow. Значит, я пью, вот я с собой взяла, мне очень нравится, значит, как это сказать, общее состояние хорошее, да, кожа стала лучше, волосы стали лучше, поэтому однозначно я могу рекомендовать, это не там, да, не интеграция, не реклама, это именно мои отзывы уже постфактум, да, то есть я сейчас еще в процессе вторые банки допиваю, но мне нравится, да, то есть это достаточно такие рабочие моменты, если я не забуду, я где-то здесь фотографию вставлю, если у меня будет под рукой. Вот. Ну и вообще, периодически я пропиваю. Мне тут, так как у меня брат врач, он мне периодически какие-то видосики сбрасывает, что там кто-то топит за то, что БАДы вообще нельзя, кто-то там еще что-то. Ну, я для себя поняла, что иногда мне это надо. Не на постоянной основе я это пью. Вот. И вам тоже не рекомендую прямо на постоянной основе, но только если вдруг у вас там, не знаю, отсутствие, говорю, недостаток железа или там что-то еще. Вот. Но прям постоянно, да, самим себе что-то там прописывать, наверное, не стоит. Вот, значит, поэтому мне нравится, я могу рекомендовать, можно смело брать. Значит, второй вопрос мне задавали по поводу летнего отдыха, поедем, не поедем. Значит, пока что не могу ничего сказать, потому что еще в процессе все. Вот, плюс работа, да, естественно, тоже такие немаловажные дела. Вот, но я думаю, что все должно быть нормально. Как только будет какая-то конкретная информация, конечно же, я вам расскажу. Значит, завтра будет вязальная встреча. Я, по-моему, вам говорила, да, если вдруг я не говорила, то приглашаю на вязальную встречу. В магазин сижу-вяжу, наша ежегодная традиция, вот, будет много человек, как всегда мы классно посидим, поболтаем, потом куда-нибудь пойдем, что-нибудь вкусненького попьем, покушаем, может, даже потанцуем, в общем, должно быть вообще все здорово и все хорошо. Вот, значит, еще меня спрашивали, как я отношусь к, значит, господи, соберись, к тому, что на рынке постоянно идут новинки, как это совсем успеть, и вообще на все денег не хватит. Ну,
я уже как-то, мне кажется, отвечала на этот вопрос, отвечу и сейчас. Я отношусь спокойно. Это рынок в любой сфере, неважно. Будь вы аграрий, будь вы везун, будь вы бьюти, там кто-то мастер, будь вы, не знаю, там, блин, разводитель какого-нибудь крупнорогатого скота и так далее. Это все рынок, да, и производители не дремлют, они постоянно что-то новенькое придумывают, новенькое там, старенькое модифицируют, новенькое придумывают, там что-то какие-то, что-то постоянно новое придумывают, да, потому что это рынок, это бизнес, надо зарабатывать деньги и так далее, да, как их зарабатывать, предложить что-то новенькое, чтобы людям было интересно, чтобы они хотели попробовать, чтобы они были готовы тратить денежку и все-все-все остальное. В общем, есть спрос, есть спрос, есть предложение. Вот, как я к этому отношусь? Я к этому отношусь хорошо, потому что у нас время изобилия, время, как это, большой альтернативы. Хочешь это на, не хочешь это на вот это, не вот это вот тебе вот это вот на, не это вообще что-то там другое. Вот, и в этом плане очень хорошо, потому что ты можешь выбирать то, что нравится тебе. Я, как я, например, да, там вязальные новинки, я их не отслеживаю, потому что я не вижу просто в этом смысла. Вот, то есть, если что-то до меня доходит, например, там кто-то купил, кто-то рассказал на вязальном YouTube, на еще чем-то, пошла вот эта вот волна. Я присматриваю, смотрю, надо мне, не надо мне, еще там что-то, да. То есть я вам уже рассказывала, что там по пряже я не то чтобы я там не покупаю пряжу сейчас вообще, нет, я покупаю, но я покупаю что-то точечно, потому что я уже достаточно искушенный, да, пряжный товарищ. Инструменты тоже, опять же, последние мои покупки показали, что не все новенькое, это очень-очень хорошо, это интересно, это здорово, но это не прям must к покупке. А какие-то там штучки, я вот тросики на сих пор себе, например, не купила, эти, которые такие неоновые всякие, да, которые такие резиновые на спицу надевать, чтобы скидывать. Вот, не знаю, надо мне это, не надо, надо, не надо, надо, не надо, как в том приколе. Вот, поэтому я отношусь к этому очень хорошо. Круто, когда у вас есть выбор. Другой вопрос, что есть ли в этом возможность, точнее, на это возможность, и есть ли в этом необходимость. То есть, если у вас пытливый ум, вам все хочется пробовать, там, что-то так далее, то, конечно, ну, как бы что-то надо покупать, но, опять же, вы же не можете скупать все новинки, просто, знаете, вот, поголовно, потому что, во-первых, никаких денег не хватит, во-вторых, мне кажется, в этом даже нет смысла, потому что вы купите, а потом какое-то, где-то разочарование, где-то восторг, где-то еще что-то. То есть, если вы этот вязальный блогер, именно обозреватель новинок, тогда, конечно, вам надо все скупать, чтобы снимать обзоры, всяко-всяко разное и так далее, да. Но я, например, для себя поняла, что мне это просто самой дико неинтересно, потому что, ну, как-то пропадает как будто бы вся соль вот этого вот, да. То есть, одно дело, когда ты, например, там что-то нашел, долго смотрел, долго присматривался, посмотрел, выбирал там что-то еще, что-то на глаза начали слезиться, и вот ты купил там, да, и начинаешь пользоваться, это здорово. Когда ты постоянно новое, мне кажется, что ты вот теряешь именно вкус к покупкам, к чему-то новенькому и так далее. Вот, поэтому как? Никак, просто наслаждаться жизнью, покупать то, что вам хочется, и какие-то вот такие точечные позиции, да, потому что раньше, конечно, мне казалось, что я скуплю все. Сейчас я понимаю, что мне это все абсолютно даже и не надо. Я сейчас, наоборот, что-то продаю, что-то отдаю, что-то там еще что-то, да, потому что я понимаю, что оно у меня просто лежит, вот уже сколько лет оно у меня просто, это я сейчас не про пряжу, хотя про пряжу тоже есть некоторые артикулы, есть некоторые цвета, составы, не знаю, фактуры, да, которые мне просто разонравились, не потому что они плохие, просто мой, как это сказать, вкус, да, или какое-то мнение поменялось, вот, и для того, чтобы это не лежало мертвым грузом, я это либо продаю, либо отдаю, либо обмениваю, ну, как-то, в общем, так. Вот, поэтому в количестве новинок вообще нет ничего плохого абсолютно, и не надо злиться на производителя, это их работа, вот и все, мы каждый преследуем свои цели. Просто надо четко разграничивать, что я хочу, чего я не хочу, что мне навязывают. Вот, поэтому, ну вот, вот как-то так. Ну, я считаю, что здесь просто надо отдавать себе отчет. Зачем тебе это надо? Просто для того, чтобы купить, потому что это новинка? Ну вот, у меня, например, такой тяги нету. Купить для того, чтобы попробовать, да, если тебе подходит состав, метраж, там, не знаю, производитель, еще что-то и так далее. Попробовать, потому что все покупают, тоже такое себе, конечно же. У меня очень часто бывает такое, что вот если все побежали, и я побежала, я потом такая сижу, думаю,
зачем мне это было надо? Ну, я же примерно понимала, что это такое, почему я вот занимаюсь какой-то дурью уже в очередной раз. Ну, в общем, короче, как-то так. Вот, значит, что-то я хотела еще вам сказать. Значит, про новинки я вам рассказала. Про покупки. Покупок у меня в последнее время не было. Сейчас я еще вспоминаю вопросы, потому что не взяла с собой бумажечку. В общем, и, кстати, в связи с этим был вопрос по поводу покупок. Типа, почему мало покупок сейчас? Ну, потому что мало покупок, просто они мне не нужны, вот и все. То есть я не всегда понимаю вопросы, типа, почему мало того-то, там, типа, сейчас кто-то написал, почему мало вязания? Ну, потому что нет у меня на него времени, вот и все, да? То есть, может быть, я бы и хотела вязать побольше. Хотя, опять же, вот сейчас у меня такой дикой прям потребности нету. Я понимаю, что я вяжу, вот, знаете, в своем режиме и так далее, да? Почему? Ну, потому что вот так вот жизнь переменчива. То есть, неужели кто-то думает, что вот ты вот 5 лет был такой, а потом через 10 лет будешь такой же. Нет, вся жизнь меняется, и я считаю, что надо тоже подстраиваться под эту жизнь. Вот, значит, еще, кстати, у меня спрашивали по поводу тоже мастер-класса, что только ли надо брать такую пряжу, да, дотичи от, что-то, от Лана Гросса. Нет, я уже говорила, но давайте еще разок. Значит, я сейчас снимаю мастер-класс по джемперу ажурному. Это может быть джемпер, это может быть топ, это может быть майка, все что угодно. Платье, опять же, то есть как вам жилет вы можете вообще сделать. В общем, я вяжу, я давно хотела вязать, из пряжи Лана Гросса додичи. Значит, я ее покупала в магазине пряжа.су. Значит, у меня есть промокод. Вот здесь вот его где-то пропишу. Если не здесь пропишу, будет в инфобоксе вся информация. Поэтому проходите и смотрите. Значит, что, додичи. Получается, додичи, у нее хороший достаточно метраж, если вы будете вязать в одну нитку, чтобы это было что-то такое монолитное, хорошее и так далее. Но вы можете вязать абсолютно из любой пряжи. Вот абсолютно, которая хорошо держит ажуры, на которой будет хорошо виден ажур, и которая, ну скажем так, если вы возьмете супер толстую пряжу, у вас будут очень большие дырки в ажуре. Если вы возьмете супер мелкую пряжу, она может не настолько быть вот именно таким акцентным, да, скажем так, узором. Но на самом деле, то есть я объясняю принцип, я объясняю моменты, да, под которые вы можете положить на любую пряжу. Поэтому не обязательно брать додичи, потому что она не там не очень бюджетная, да, и так далее. Я знаю, многие к Лана Гросса в принципе относятся не очень. Вы можете брать пихорку, вы можете брать ализе, вы можете брать сиам, вы можете брать ланагата, вы можете брать бобинную любую пряжу, вообще абсолютно любая пряжа. Вот если вы будете вязать там типа на мой размер и примерно вот по моим, чтобы там вообще не запариваться, да, вы как раз-таки можете брать что-то похожего метража. Естественно, в мастер-классе я все. Вот, вы можете взять абсолютно любую пряжу и просто по мастер-классу, да, уже там ориентироваться. Вот, поэтому не обязательно тратить километр денег и, в принципе, тратить деньги на новую пряжу. Вы можете посмотреть в ваших запасах. Вообще, никакой проблемы в этом на самом-то деле не вижу. Вот, в общем, забыл я, еще один вопрос был. Забыла, если честно. Значит, очень, опять же, когда я сказала, что я еду к родителям, в России очень много было опять вопросов. А почему вы в Беларуси? А что случилось? А вообще? В общем, я уже миллионы раз отвечала на эти вопросы, но на самом деле много новеньких. Вот, поэтому просто скажу, что я живу в Беларуси, я родилась в Беларуси, мои родители тоже были белорусами, сейчас они уже россияне, сколько там, 7 или 8 лет назад они уехали в Россию, они переехали, поэтому я никуда не собираюсь, ну, без какой-то жуткой необходимости, в общем, никуда не собираюсь, никуда не переезжаю. Я белорус, в общем, живу в Беларуси и этим очень горжусь. В общем, я в очередной раз вот в этой поездке тоже поняла, что я тоже 500 миллионов раз говорила, что я очень люблю свой город, я очень люблю свою страну, и я никуда не хочу переезжать, потому что меня все устраивает. Конечно, какие-то там нюансы есть, но они во всей стране, во всех странах есть. Там россияне говорят одно, белорусы говорят другое, там европейцы третье, американцы четвертое, еще там и так далее, и так далее, и так далее. У меня просто есть знакомые, друзья, которые живут как раз-таки вот во всех, да, там есть в России, есть в Европе, есть в Америке. Кто там у меня еще?
туда, в Азию, да, там и так далее. Поэтому каждый все равно находит что-то замечательное, что-то плохое. Поэтому, в общем, я не готова к переезду. И хватит меня уже приписывать в число как это сказать, ну, в общем, я белоруска, да, поэтому не надо мне рассказывать, что я нет, у вас родители в России, значит, вы там что-то это, вообще не понимаю смысла в этом. А, в общем, я люблю приезжать вот так вот на 3 недели, мы в этом году приехали на 3 недели, со всеми увидеться, съездить в Москву, все поделать, все важные дела поделать и поехать спокойненько домой, в любимый дом, вот, поэтому все, давайте мы на этом закончим по поводу страны, переезда и всего-всего остального. А, вот, в общем, ладно, был еще какой-то вопрос, но, если честно, я забыла. Я забыла, у меня такое спонтанное подключение. Думаю, пока там ребенок занят, пока все спят, можно спокойненько прийти на улицу и поболтать вместе с вами. В общем, огромное вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы мне что-то хотите новенькое задать, или, не знаю, вы новенький на канале, да, хотите что-то спросить, пишите в комментариях, я все читаю, все вижу, естественно. Вот, и будем смотреть, да, если какие-то вопросы накопятся, то, возможно, даже какое-то отдельное видео сниму. Вот, значит, огромное вам спасибо за внимание, огромное спасибо за поздравления ко дню рождения. Я, на самом деле, счастливый человек, я вам уже говорила, что я с каждым годом понимаю, что я все счастливее и счастливее, потому что, в общем, жизнь такая, какой я хочу ее видеть, и это, конечно, не получается само собой, к этому надо прилагать усилия, но когда ты прилагаешь усилия, ты видишь результат. Вот, поэтому я счастливый человек, у меня замечательная семья, у меня замечательные родители, у меня замечательные друзья, у меня волшебные возможности вообще куда-то ездить, что-то смотреть, что-то новенькое смотреть. У меня есть возможность выбирать работу, которую я хочу, клиентов, с которыми я хочу работать. В общем, все просто супер-пупер класс. Вот поэтому огромное вам спасибо за поздравления. Я стала на годик старше, но меня мой возраст абсолютно не пугает, не расстраивает. Я считаю, что цифры в паспорте – это одно, а другое дело, как ты себя ощущаешь. Мне вот исполнилось 33, я себя ощущаю на 23-25, не больше вообще. Вот, как там говорится, мозгов уже много, значит, что там финансовая сторона вопроса достаточно неплохая, но еще есть силы на все какие-то свои хотелки, тусовки. Не всегда, правда, время есть, это уже вот, да, чуть туда старше, времени не хватает, но, тем не менее, я очень рада, очень классный возраст, вообще мне безумно нравится, и нет такого, знаете, как многие там, вот, 30, кошмар, это вообще нет, абсолютно, абсолютно замечательный возраст, просто, просто суперский, вот, поэтому все, кто подбирается к 30 или кому больше 30, вообще даже не расстраивайтесь, главное, как вы себя ощущаете. Я себя ощущаю вообще молодой, красивый, задорный, замечательный, сильный, активный, чего, в общем, и вам желаю. Вот, поэтому все, огромное вам спасибо, я благодарна, что у меня есть мой канал, куда я могу вот так прийти с вами поболтать по душам, и мне так тепло от этого становится, просто не могу вам передать. Поэтому все, огромное спасибо, всего хорошего, и тогда до следующего видео. Пока-пока.